Всем доброе утро, с вами снова Саня, и сегодня я решил вам показать свой день. Сейчас я работаю электриком по ремонту, покажу, как происходит все. Сейчас 5:40 утра, я проснулся, у меня в 6:10 автобус, мне нужно по-быстрому покушать. Со вчерашнего у меня что-то осталось, я готовлю и выезжаю на работу. Все, я готов уже выезжать. Ой, кажется, кое-что забыл. Фу, без этого день бы не пошел. Все, мусор я выкинул. На улице погода такая достаточно теплая. Сейчас где-то градусов 15-16. Уже топаем на остановку по-быстрому. Все, я сел в автобус. Ехать мне где-то порядка 45 минут. За это время я либо учу немножечко финский, либо просто слушаю музыку, смотрю YouTube видео. Как-то так, едем. В общем, все, друзья, я приехал на работу. Вот тут вот в округе. Я не знаю, сейчас, наверное, еще не видно. Вот как раз эти дома, в которых я делаю ремонт. Так, моя первая задача на сегодня — поменять вот эти розетки на вот эти. Нужно поменять, это первая задача. Первым делом снимаем напряжение. И тогда меняем. Все, поменял, теперь вот так выглядит. Розетки я вот эти поменял. Теперь у нас следующая задача — менять вот эти старые кабеля, которые здесь, на новые. Будем их тянуть. И в 9 у нас пауза. С 7 до 9 мы работали, теперь у нас будет 15-20 минут пауза примерно. Все, у нас первая пауза, ребята. Кто на паузе не берет еду, обычно ходит там взять, покушать булочки какие-то. Вот я иду, возьму булочки немножко. Я уже вышел с магазина, взял вот такие две булочки и протеиновый коктейль. Такой как бы восстановительный напиток с кучей белка и углеводов. 15 минут перерыва и возвращаемся к работе. Ну, примерно мы выходим заранее, так что сидим не 15, а минут 20. Как-то вот так. В общем, меня срочно сорвали с той работы, и сейчас нужно вставлять вот такие вот лампы вот сюда. Так что, когда вставлю, и потом вот эти вот шкафы нужно будет тоже подключить, делаем вторую линию, так что даже лучше не надо тянуть никакие кабеля. Ну что ж, теперь у нас обед, 30 минут, я взял йогурт себе. Пойдем немножко поговорю с пацанами и пойдем дальше работать. Лампу я поставил, а следующая задача у нас — поменять вот здесь, вот укоротить немного кабель. Все, с этой комнаты закончили, теперь двигаемся дальше, на следующий этаж, идем сверху вниз так, такими стояками. Thank you.
Ну, в общем-то, и все, ребят. Вот так вот прошел мой день. Я на последнюю паузу не ходил, поэтому я ушел на полчаса раньше, потому что сегодня пятница. Собрал вещи, которые стирать. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, и мы с вами увидимся в следующем видео. Всем удачи и пока!